Ну вот на пешеходном мосту. Вот. Уже 19 мая. Видите, ездят уже по вот этой вот нитке. Вот, аттракцион. Баржа поехала. Вот. Мы идем оттуда. Вот. Если сейчас кто-то будет ехать по вот этой нитке, я вам покажу. Ну, немножко отдыхаем. Вот. Виктор Васильевич впереди. Вот. Баржа что-то тянет. А с этой стороны Днепр. Видите, красота. Там у нас течение, водовороты. Видео было об этом. Вот. Так, течение дальше. Течение дальше. Вот. Такое вот видео мое. Погода летняя. Люди уже есть, которые купаются. Откупаются. И там, я смотрю, на том пляже купаются. Чуть-чуть тут еще даже больше. Вот. Теперь смотрим. Смотрим, как вот едут люди. Вот так вот мне тяжело снять. Это один, два, три, четыре. Эти, какой вот аттракцион. О, вот такое вот. Вот так вот люди катаются. Вот. Это Киев. Еще сейчас, может быть, водовороты. Я обожаю водовороты здесь снимать. Вот. А то Виктор Васильевич, кто знает. Вот. Днепр. Вот очень красивый Днепр. Это следующий мост. Метро. Который ведет на гидроплан. А это Тапанов остров. Вот. Такое вот видео. Вышиванки. Вот. Люди в вышиванках. Многие ходят. Вот. Да. Видите, вот такой Днепр. Дальше контрактово. Вот. Такое вот видео. Такое. Бегом, спортом занимаются киевляне. Вот. Так, и так, что у нас? Здесь вот уже они начинаются.
нас тут, мы посмотрим, что у нас, какие тут водовороты. Ага, вот тут красиво, вот тут красиво. Сильнее течение. Очень красивая эта река вообще, конечно. Ну вот видите, вот это вот на эту сторону еще. Вот, вот это вот аттракцион. Вот так вот ездят, катаются люди. Не знаю, сколько это будет стоить, 500 гривен или 1000, может быть, чтобы вот так вот проехаться. Вон люди купаются. Так, водичка ушла. Вот эти деревья, по-моему, в воде даже стояли. Вот немножко отошло, кажется, течение. А вон наш Виктор Васильевич. А вон он к реке подошел. Вот. Так. Труханов остров. Труханов остров. Так, не вижу я ничего, чтобы кто-то ехал еще. Ну ладно, такое видео. Сильно загружать вас не буду. Всем пока.